Итак, мы начинаем прямую трансляцию, значит. Значит, и карточного турнира. Чемпионата. Я с Ветой и Серегой. Да, я Леха и кто? Андрей? Нет, подожди, неправильно. Зачем? Я, Серега и Мишка, получается. Да. Я, Света и Серега. Да. Значит, да. Чемпионат Самары по игре дурака. Раз, два, ну смотри, три, вот, три, вот. Три, я не играю, Наташа не играю. Пока спорят. Значит, представляю, значит. Наташа, вот сюда сядь. Зачем? Иди сядь. Я знаю, как ты разговариваешь. Если сто раз сидишь. Ты за нас играешь, чума. Нет. За меня играешь. Как я за тебя? Значит, Наташа не играет. В белой футболке хозяин дома дядь Миша. Светлана Анатольевна, наш чемпион по картам. Дядя Андрей. Дядя Паша, все правильно? Дядя Сережа, извините. Извините, дядя Наташа, дядя Сережа от МВД, значит, дядя Миша от Донецких, дядя Ваня не принимает участие. А сейчас дядя Ваня придет с твоей новой командой. Иди набирай ему команду. Хорошо, от космоса, хорошо, спору нет. Значит, правила простые. У кого первая карта выходит, тот и чемпион. Все, молчу, молка. Молчу. Ничего. Так, да. Если я раздавал, значит, кто ходит? Кто вскрывает сначала козырь? Подожди, подожди. Ходит, я кого сей... будет, Серёг, кого будет козырь? Нет, я кому должен козырь скрыть? Себе. Почему? Почему? Потому что ты раздавал. Потому что Серега. А ну, можешь Миша вскрыть. Подожди, а будет тут тут козырь. Карты взяли все свои в руки. Вот это мои. Подожди, козырь открыто. Карты возьми свои в руки. Нету. Ну тогда Андрей бери вот эти. Да нельзя брать карты, козырь надо скрыть. А, да-да, Дрюшкины, вот. Ну да, Матвей, схвати те. Ну скрывай. Вот, скрывай, вот козырь. Ты ходишь. Шестерка. Шестерка ходит, да, шестерка. У него. Нет. Откуда у него? Чего шестерка? Да, он скрыл, потому что я карту. Куда мне шестерка же? Туз ходит. Туз? У кого каза? Туз Бубнов. Чё, нет, зачем? Там валет, шестерка. Шестерка ходит. Шестерка ходит. Шестерка там. Там шестерка, у кого так, туз? Под меня ходит. Так, стоять, там была зачем шестерка. Зачем ты себе? Да. Скрыть шестерка. У кого туз Бубновый? Нет, у кого туз Бубновый? У кого туз Бубновый? У тебя, ходи. Все по чесноку. Это только начало. Гоголь начал. Так, ребят, карты импортные. Карты импортные. Значит, Джей это валет, Ку это дама, а это туз. Да? Мы поняли уже давно. А 6 это что? А где те старые карты? Можно их? Да, что еще что? Здесь очень. Переводи, Серег. Нет, как это важно. Так, мы играем. Вы играете, да. Да. И мы играем. Я бы взял себя. Конечно, я бы взял себя. Вот сейчас вы только молчите, все начинается вот сейчас. Шесть. Война. Шесть. Миров. Война миров. Серёж, ты что, без очков, что ли? Да. Валет. Дашь мне очки? Все валет. А я как? Это же дама. А валет. А у тебя что? Ну дай. Джи, валет. Да плюс у меня хорошие валет. Очки. Хороший плюс. Будем просто, он откроется мне. Ну, свет включите на всякий случай. Матвей, принеси отцу очки. Сереж, это семерка тоже. Да ладно, я да. Уже очки одел. Ну давай, ты уже сам видишь. Да везде желтые. Или крой тогда. Кружаться. Так, не поглядывай. И на ходной длине. Что ты денег? Ну да. Чё. Турнир карты. По картам снимаю. Профессиональный оператор. Угу. Это будет очень долго. Я только один кон. Даже первый кон. Трое крупными, нет, так бери еще думаешь. Да бери еще думаешь. Бери тут зону, все. 10. Стоп. Сейчас я допою. Так, я взял. Ну, правильно сделал, ничего там. Дай очки, пожалуйста. Дай обратно. А вот секрет чемпионки. У вас один и двоих. Вот и. Не прожить нам мире это. Не прожить нам мире это. Сколько у меня есть? Без потерь. Еще Колька есть. Классно, Колька.
горячо были, да? Да, были. Вот ты же не было, ну. Да, очень интересно, ты зашел. Светлана Анатольевна. И одни, очки на двоих, дядя Вань, представляешь? А как вы меня? Да. Нет, как-никак не надо так сбавить. Как же, я смотрю, что спросил, вы играете. Вот, да, как-никак не надо. Ходишь, ходи. Ну. Вот. Так и что сразу? Не надо спрашивать, я все. Ладно. Молча, вот вам отвечу. Это что, скажи, какая? Главный судья вот появился. А у тебя десятка хотел покрыть? Ну, я правда не понимаю эти карты. Ну, я тоже пока. Это на заблуждение вводит. Все дела, Свет. Валет козырный. И что еще? Ну, и шесть. А, ну хорошо. Тут, не вообще посрали съем. Это не Сергей Николаевич, это ваши. Это ваши карты, блин. Какие ваши? На очки, Сереж, на очки. Это ваши карты. Так мы наиграем с вами, ребят. Идите посмотрите, может, там есть еще очки. У меня это лупа есть. Все хорошо смеяться, давай. Там бабушки люди где-то лежали. Бабушки, ну вот надо. Все, Серега, ходи. Осторожно. Ну не надо сразу, надо сильно ходить. Хватит, бабушки, ну хватит так. Зачем? 70 раз. Не трогай. Ну пусть, не мешай. Это бабочка. Ох ты мой, все. Упала-то пропала? Семь. Тихо, стоп. А это дама. Не торопитесь вы. Чемпион! Чемпион! Ну да вы так летите, елки-палки. Кто вас спросил? Тетя Наташа уже выиграла. Да. Это поздно просто Наташа. В телеверсии. Козырная, что ли? Да. Нет. У меня до сих пор. Отдай очки. Бубну поздно. Ладно. Переход очков. Взял? Ну, взял, конечно, а что? Ты не мешай. Туда же, да? Да, да. Так, кто ко мне ходит? Ходи. Андрюшка. Я хожу, тут что, не мешай. Отец, не мешай. Кироль. Прям это крымские, что ли, фотографии? Кироль. Что написано? Турки. Турки написано. Дубай. 9. Король 9. Тебе пойду, да? Да. Видишь, как радостно. Да. А пойдем мы вот так. А пойдем мы вот так. Король. Или какая? Тихо, нет, подожди. Валет. Тихо. А это тогда какая? Валет. Валет. Козырная. Подожди, посмотрим. Привет, дурачкам. Пока нет. Еще не было. Восьмерка? Нет, 8 валет. И кажется, что играет. Ну, там Серега, ходи. Ой, Серега, Леха. Все, Леша сейчас ходит. Серега. А к тебе где-то. Так. Мы дураки. А здесь что, какая дела? Главное, это распевка же только. 6 крыток. Если пойдешь, может быть, умно. Отдай очки. У него одна карта, что там умно, не умно. На, вот тебе умный был. Нет. А это какая? Валет. Туз. Да. Туз. Чё? Семерку сейчас я найду ему пиковую, да? Это туз такой? Пиковую? Все, да? Да, чё тут два ходника? Дайте-ка я замещу. Так, кто выиграл? Серёга неправильно пошёл, выпустил Наталью. Снимай внимательно, он сейчас будет наплевать, смотри. Денис, снимай, смотри, как она будет. Серёга, один очков там будет. А кто проиграл, я хотел сказать. Проиграли вот там. У тебя есть мама. Иди спроси у мамки, есть очки. Наталья Николаевна спроси. Мать и проиграла, короче, все.